Приветствую, друзья, вас на своем канале. Это видео было снято без звука, и я решила его немножко озвучить. Мне предоставилась возможность получить бэушный стройматериал. Среди стройматериала есть хорошие длинные балки, которые будут использованы для запланированных построек. Здание ломали на моих глазах тракторами специальными щипцами. Соответственно, балки отломанные на краях, частично повреждены. Конечно, есть балки с какими-то либо креплениями, гвоздями или шурупами, или какими-то там уголками, которые я сейчас буду все пересматривать, крепления удалять и отломанные края буду отпиливать. Предыдущий день привезли балки и потом уже разгружали. Было довольно-таки темно. Самое главное, нужно было их просто убрать куда-то либо под крышу, чтобы они не намокли. То, что мы и сделали. А сейчас уже потихонечку я начинаю разгребать, так сказать, чтобы хотя бы открыть дверь, так как у меня стоит для попугая в корм внутри. Туда нужно как-то открыть двери, и все было просто заставлено. Установила в огороде вот эти железные козлики, у меня их 3 штуки, и на них удобно было ложить балки. С инструментов у меня были щипцы, молоток, гвоздодер, отвертка электрическая и пила, которая балки отпиливала. Thank you.
пила моя, скорее всего, уже затупилась. Она прям видно, как рвала. Не отпиливала балки. И я решила немного пройтись наждачной бумагой. Просто их немножко так зачистила. Вот аккуратно сложили материал, чтобы он нигде здесь не мешал, потому как придется ему еще какое-то время здесь полежать. И вот я его так сложила, одинаковые балки в одно место, чтобы приблизительно знать, когда начинать и стройку строить. Но здесь более получше. Ну а здесь уже материал такой, который более похоже. Где вот он там. Даже есть трещина посередке. Но его все равно можно использовать. Тут вот я просмотрела. Надо будет еще отпилить вот здесь вот эту балку с гвоздями. Она почему-то еще осталась. Тоже как-то ее просмотрела. Здесь вот гвозди еще есть. И вот тут тоже еще балка осталась. Отпилить ее надо будет. И вот тут тоже с гвоздями. Короче, пару балок я просмотрела. Но в общем результатом я очень довольна. Конечно, потрудиться пришлось, но результат все-таки радует, конечно. Потому что дерево у нас очень дорогое. Поэтому я очень рада, прям не нарадуюсь.